Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня инди-хоррор под названием COVID The Isolation. В описании я прочитал, что нам необходимо будет играть за человека, который заразился, я так понимаю, этим вирусом и все дела, и, короче, там, что-то там, надо выбраться из морга. Единственное, что я понял, и убить охранника, который тоже заразился. Что-то там, короче, все очень сложно и ничего не понятно. Давайте мы просто начнем и посмотрим же все-таки, что же там необходимо делать. Inside. The 2019 novel coronavirus outbreak is eerily similar to the 2002 SARS epidemic. Back then, SARS swept through the region, infecting some 8,000 people and killed 774. Правом на А, не только вправо. Subsequent discoveries revealed the latest outbreak was caused by a coronavirus with 76% genetic similarity to the SARS coronavirus. Насмотрят своих телевизоров, тоже начинают болеть. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, как громко-то. Можно мне escape нажать, если чё, и нет, пожалуйста. Где вертикальная синхронизация, что за танцы с текстурами? Чё-то микрофон такой кривенький. Вот так вот оставлю. Почему у меня здесь... Where am I? А где я? Почему у меня все плавает во все стороны? Options, graphics. Где у меня... Где здесь... Давай вот так вот сделаем. Работает? Нет? Будет работать? Наверное, будет. General Game Volume. Game Volume. Давай вот сюда вот так вот сделаем. Grain Bloom, Motion Blur. Это мне ничего не нужно. Apply. Apply. И назад. Ой, нет, сейчас еще немножечко Sensitivity уберу. Sensitivity. Вот сюда вот где-то. Ну, куда ни шло, ладно. Все равно некомфортно. Давай на 0... На 7, да. Угу. Во! По-моему, нормально. Так, что это у нас такое? Q-Examine. Собака. Собака. Rotate. Rotate класс. Круто. Круто. Вообще, здорово. Так, зачем нам собаку показали? Что это? Что с ней? Опа. Можно я с собой возьму? Единственное, что мне не нравится, это то, что у нас есть здоровье. Tour is locked, find the key. Сука. В раковине, наверное. Нет, в раковине нету ничего. Ничего не понятно, что делать-то? Что происходит? Мусорка? Нету в мусорке ничего, наверное. Find the key. Где я его искать-то буду, ёб твою мать? Я не пойму, что делать нужно. Find the key. Где его искать должен? Объясните мне, пожалуйста. Мне что-то как-то... вообще вся атмосфера вот этого вот морга, она как-то немножко нагнетает. Ну, она нездоровая какая-то. Чё это вот? Чё это? Единственное, где здесь можно ключ найти, это, наверное, вот на этой собаке. А где я на этой собаке? Я ключ найду, объясни мне. Picture. Rotate put, put down. А под down? А где ключ? Ключ-то? Эй! Ключ-то где? А, можешь прочитать, что надо, нет? Corpse Brown Heart Wounds... Чё? Former Cadaveric State Drain Body Fluids номер один. Твою мать, может, на полу где лежит ключ-то этот? Почему я не могу выйти на улицу? Допустим, вот тот. Я хочу очень сильно вот туда вот выйти. Почему мне не дают этого сделать? Найти ключ. Вот я толкаю дверь, а не хочет она толкаться. Я включаю... Я вот включил свет, и меня всего засветило. И это очень печально. Вот
весь день солнца не было, и сейчас оно внезапно вышло. Вот если ты видишь меня, а ты меня видишь, то... Блин, ужас какой, кошмар. Ужас, просто кошмар. Какой же я светлый, какой же я красный сейчас сижу. Еще мало того, что ничего не видно, так вообще здорово все. Где мне искать этот ключ? Где вот этот мне сраный ключ найти? Объясните мне, пожалуйста, вот... Что мне нужно сделать, чтобы найти ключ? Блять, вот оно. Take. You have found office key. Тихо. Hello? Не hello, пойдем. Ёб твою мать. Тихо ты, чё так пугаешь-то меня? Вот теперь я весь в темноте сижу. Вот это вот обосраться просто. Так, ну ладно, пойдем дальше. Кто здесь кого это расчленил? Мистер Ньюман, элективная система имеет что-то там для других причин. Anyway, другие идут с Джо До, с какие-то вещи, а Full is going off the... Чего, блядь? Можно фонарик какой-нибудь? О, блин, может вот эту лампочку взять с собой? Не вижу ни хрена вообще. Опять свет сейчас погаснет. Вот будет здорово. What the... Мне реально страшновато, потому что здесь звук очень хороший. Здесь звук прям, как будто я сижу в этом морге. Не буду я читать эти письма. Знаешь, что самое плохое? Это то, что здесь нет объемного звука. И чё? Мне туда залезать, что ли, нужно? И? Чё вы хотите-то? Или он сбежал? А, он сбежал, Угу. Здесь нет объемного звука. Я, блин, не понимаю, откуда здесь звуки произносятся. Behind you. Позади меня. И не хочу назад смотреть. И чё? Опять бежать обратно, что ли? Я чё-то просто не понимаю, наверное. Стоп. Тут все было не так. Зачем мне нужно здоровье? Вот это вот сам... Сейчас дверь откроется. Ух ты ж, ёб твою мать. Чё за библиотека? Почему-то вообще начала фризить графика. Блять, кто же дверь такие делает? Это толчок, это самые страшные места в инди-хоррорах. Записка, записка. Пиписка, блять. Не хочу даже их читать, потому что я ничего не понимаю, что написано. Блин, я отовсюду... И что мне с ним делать? Гопота, блин. Страшно, пиздец, обосраться просто прям. Ужас-то какой. А, блядь. Боюсь его, боюсь, боюсь. О нет. Турило, блядь. Ну и что ты сделаешь? А, понятно. Я тебя понял. Ему по... Ему посрать вообще на то, что тут, ну... Есть какая-то физика у объектов, там, что там. Понятно. Ясно. А есть пистолет? Круто! Классная игра, просто... Знаешь, больше ожиданий, конечно, чем игры. Потому что игра закончилась так же внезапно, как и началась. Ничего не могу по поводу этого сказать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.